Ребята, привет! Город Ветрово, отель Палас, спа. Здесь бассейн. В бассейне его глубина 1,45 м, температура 25 градусов. Дальше есть второй бассейн. Он маленький для детей, 50 метров, и вода где-то 32 градуса. Здесь спокойно, тепло, можно купаться. Воздуха здесь где-то 25 градусов, 26, тепло. И вид на море. Вид на море. Наслаждайтесь. Первая линия на море. Находится отель Палас. И тут также можете позаниматься с тренировкой, типа заниматься в тренажерный зал, можно и поплавать, и обучиться. Здесь также можете своих детей привести, где мы вас обучим плаванию ваших детей. Занятие стоит 40 евро в месяц, или индивидуально, там, не знаю, 10 евро за одно занятие. Есть фитнес-зал, можете уточнять на рецепции, когда проходит занятие. Тут есть вода попить и полотенце получить. Сейчас вам покажу тренажерку. Также вы можете туда прийти в шортах, кроссовках, майке, позаниматься в тренажерном зале. Ага, хочет. Здесь находится салон красоты, массаж, процедуры все за лицом, за телом. Здесь можете записаться, как рецепция есть. Сейчас вам покажу в городе Петровце спа в отеле Паласе. Пойдемте посмотрим. Здесь находится джакузи. Здесь находится финская. Вот здесь она финская. Внутри финская, здесь душевые кабины. Здесь джакузи. И вид на бассейн. И впереди море. Там два бассейна мы видим. Один большой для взрослых. И там дальше маленький. Большой похолоднее, для маленьких потеплее. Здесь можно отдохнуть. Еще одна финская находится, сауна, там жарко. Температура до 80 градусов, все с дерева. Просит воду не лить на камушки. Понятно. А здесь вот горячие лежаки, где можно погреться. А, горячий камень. Также воду можно взять себе попить. Здесь есть также душ и... Кто любит холодную бочку на себя вылить вот, после сауны. И пойдемте посмотрим финскую. Вот она. Турецкая, то есть, извините, турецкая. Вот, влажная. То здесь она находится, можно поливаться, все в камушках, в мозаичках. Красиво, скажем так. Я выбрал такое время, что можно прийти, что людей нету. Все работают. А я отдыхаю. Все, наслаждайтесь. Напишу, что почем, что сколько стоит. Пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч!